Друзья, добрый день, с вами я, Кирилл Электропастух, и сегодня я вам покажу один из товаров, представленных на нашем сайте. Значит, это товар турецкого производителя, дельный аппарат фирмы Umay. Вот, на самом деле фирма их называется Enderun, но конкретно вот эти комплектации, они называются Umay, поэтому сзади на значке вы можете увидеть производителя как Enderun, но конкретно линейка Umay. Что она значит? Это значит, что у нас идет рама оцинкованная, горячая оцинковка, причем это очень хорошо. Далее, в данном случае у нас идет ведро из нержавеющей стали, также у нас есть ведра из алюминия. На конкретно этот аппарат идет для коров, по цене одной коровы, у него КПД примерно 10 коров в час. Идет сзади вакуумный ресивер дополнительный. Мотор стоит турецкий, фирмы Гамак. Вот, то есть она достаточно известная, производитель, все хорошее. Идет также к нему в комплектации вот такая затычка для сосков. Вот, если один сосок у вас, к примеру, поврежден, да, у коров затыкаете, соответственно, сюда затыкаете один стакан и, соответственно, дальше можете также хорошо все доить. Вот. Идет пульсатор попарного доения 60 на 40. Идет манометр у нас. Вот, соответственно, ну и в комплекте ёршики идут для чистки всего этого аппарата. Если посмотрим, есть у нас погрешности, да, там небольшие по сварке, допустим, по сварным швам. Вот, то есть здесь конкретно, да, не так все идеально, но при этом рама, посмотрите, рама оцинкованная. Да, она немножко видно, как будто бы там, ну, ее плохо протерли, да, на заводе. Вот, то есть можно ее немножко отмыть, и она станет идеальной. Вот, как я и говорил, двигатель мотор гамаковский стоит. Вот, сухого типа, бывает у нас также масляного типа. Здесь у нас идет танкер воздушный на 18 литров. Вот, это настройка у нас вакуума. Давление мы выставляем на холостую. Что это значит? Это значит, что мы на коллекторе, в данном случае здесь, пимпочку включаем вверх. То есть после того, как включили аппарат, заглушку дергаем вверх, то есть вверх. Она под вакуумом у нас остается вверху. После этого подходим к нашему регулировочному элементу, вакуумному регулятору. Откручиваем контрагайку, подкручиваем непосредственно главный регулировочный болт. Вот, после этого закручиваем контрагайку, и наш аппарат готов к использованию. Давление смотрим здесь, оно должно быть примерно 0,5. Вот у нас фирма идет Enderun, есть серийный номер, можно посмотреть дату выпуска, да. Вот, ну, так скажем, это не очень именитый бренд, вот, поэтому здесь можно найти огрехи какие-то по сварке, но вот этот шов, допустим, хорошо сделан, а вот, к примеру, какой-нибудь вот этот, вот видите, да, там, ну, не очень хорошо. Но, тем не менее, рама, она идет горячей оцинковки, да, ее не очень хорошо обработали после гальванической ванны, то есть здесь есть моменты, да, вот мы можем посмотреть, что вроде как будто бы она грязная или еще что-то, но это легко оттирается, то есть это уже погрешности упаковки, вот. Сам аппарат достаточно достойный, и, как я повторюсь, силовой агрегат идет у нас в Гамак. Ну, это уже проверенный временем двигателем, это самое важное. Вот, бидон тоже идет очень хороший. Нержавейки, бывает также алюминий, тоже очень хороший. Алюминий, как правило, комплектуется с резиной каучуковой. Она тоже хорошо ходит, то есть силикон служит у нас примерно 6-7 месяцев, каучук примерно так же. Вот, здесь есть у нас пластиковое отверстие, если вдруг у нас сосковая резина лопнула внутри, то мы увидим здесь молоко. Обязательно за этим следить, чтобы у нас молоко отсюда не попало в вакуумную систему. Стаканы у нас идут из нержавейки, это безусловно хороший плюс. Все у нас шланги идут из силикона качественного. Шланги нужно менять где-то порядка раз в полгода, раз в 8 месяцев. Если вы хотите, чтобы данные шланги служили как можно дольше, то их нужно промывать щелочным или кислотным раствором хотя бы раз в неделю. Вот, тогда у вас будут убираться все молочные камни, которые откладываются на шланги. Ёршиками, к сожалению, идеально это все не вымыть. Хотя ёршики у нас, как видите, давайте посмотрим, ёршики у нас идут в комплекте. Вот два ёрша, длинный ёршик и ёршик для маленьких стаканчиков. Вот. Вот такой вот у нас аппарат. Данному аппарату здесь есть очень хороший плюс, конкретно данного производителя. У него унифицированная рама. Что это значит? Она изначально идет, если вы посмотрите, под вторую навеску есть у нас также здесь выступ, да, то есть можно поставить дополнительную дугу. И также здесь, если вы обратите внимание, можно убрать вот этот болт, сюда поставить подобную же заглушку, и воздух от двигателя будет идти на вторую сторону. То есть мы докупаем с вами одну заглушку, докупаем с вами пульсатор. Здесь, ну, соответственно, силиконный шланг отсюда пускаем к пульсатору, да, вот как и здесь на этой стороне. И покупаем навеску. И у вас аппарат
из подключения одной коровы становится аппаратом для подключения двух коров. Это очень удобно, потому что если у вас сейчас 10 коров, к примеру, а в дальнейшем вы планируете использовать там 15 коров, да, то данный аппарат можно купить сейчас, да, там, не покупать сразу тандем для двух коров, да. То есть его купили, используется, как только у вас количество коров увеличилось, вы чувствуете, что вам нужно увеличивать ваши производственные мощности, вы добавляете вторую дугу сюда, все, у вас аппарат сразу становится на 2 коровы, соответственно, его КПД увеличивается. Вот, ну и безусловный плюс у данного аппарата, это то, что здесь есть у нас вакуумный ресивер. Здесь, так скажем, два плюса. Плюс номер первый, это то, что у нас влага, которая у нас идет от ведра, то есть вот видите, от ведра поступает у нас в вакуумную систему, она прежде всего, в первую очередь, идет у нас в вакуумный ресивер. Соответственно, влага просто так в мотор не попадет. Вам нужно наполнить порядка 18 литров молока, и, соответственно, ваш двигатель защищен от гидроудара. Это очень хороший плюс, потому что бывают доярки у нас, не уследят за молоком, молоко переливается, или вы, допустим, промываете аппарат водой, особенно в теплые, точнее, особенно в холодные времена, и конденсат попадает у нас в раму, если нет танкера, и двигатели бывают схватывают гидроудар. Это не часто, но такие вещи бывают. С вакуумным ресивером, с данным, данная вещь у вас исключена по факту. Вот, в этом, конечно, плюс. По мощности я не могу сказать, что от этого зависит мощность. Мощность от вакуумного ресивера, она практически не зависит. Мощность того, как тянет у нас сам аппарат, зависит от вакуумного насоса. Насос у нас бывает либо 7 сантиметров, либо 8 сантиметров. А вот вакуумный ресивер, он нивелирует потери воздуха. То есть, если вдруг мы, допустим, где-то есть подсос воздуха, если вдруг где-то там медленно надеваем, к примеру, стакан на вымя, да, то аппарат не теряет давление, он дальше также сосет и нивелирует все эти потери. Конечно, ну, все аппараты, все доильные аппараты, они имеют вакуумный ресивер. Другое дело, что бывает 4 литра, бывает 18. Здесь 18 большой. Соответственно, вакуумных потерь может быть, ну, гораздо больше, да, и он их будет все нивелировать, то есть выравнивать давление. Вот для чего нужен, собственно говоря, вакуумный ресивер. На мощность он фактически, ну, никак не влияет, именно на мощность доения, да, то есть если у него есть определенный показатель КПД, такой он и будет. Все зависит чисто от вакуумного насоса, потому что пока, допустим, у нас бидон пустой, то у вас бидон отчасти тоже выполняет роль того же вакуумного танкера, да, то есть дополнительного ресивера. Ну, образно говоря, конечно, меня сейчас поправят многие физики, действительно. Но, тем не менее, как бы некую нивелирующую роль бидон также выполняет, а это 25 литров. Вот. Как-то так, аппарат действительно добротный, хороший. Еще раз повторю, да, это не именитый производитель, конечно. Здесь есть некие грехи, особенно по сварке, если мы обратим внимание, да, то есть есть по швам, допустим, там какие-то проблемы здесь. Здесь как бы намалевано немножко, там может быть где-то парами, да, то есть там вот, если вы видите, точки какие-то есть. То есть действительно по сварке вопросы могут быть небольшие. Они никак не влияют на ваше доение. Действительно, аппарат очень в этом плане сбалансированный. Двигатель, что самое главное, это действительно гамак. Вот вы можете посмотреть. Гамак, да. То есть вот у нас идет гамак. Двигатель гамак. Вот производитель, серийный номер. То есть действительно производитель относится достаточно порядочно к своим клиентам, старается отслеживать какие-то вещи. Вся техническая начинка, она достаточно хорошая. То есть это действительно и двигатель идет у нас гамаковский, да, проверенный временем, и ведра у нас действительно качественные, и вся начинка, то есть силиконовая там резина у них тоже хорошая, силиконовые шланги, пульсаторы попарного доения, коллектор у нас идет быстросъемный, да, тоже на две части он делится. Вот стаканы бывают из нержавеющей стали, здесь идет также у нас окошко для того, чтобы можно было увидеть утечки молока. Коллектор легко открывается, закрывается. Вот, соответственно, действительно аппарат добротный, поэтому рекомендуем к покупке, если его рассматриваете. Обращайтесь, с вами был я, Кирилл Электропастух, до новых встреч, до свидания.